Песня зажигательная, красивая, изумительная, и поет ее очень интересный молодой сотрудник нашего коллектива, руководитель вокальной группы, забыла, кто они, имидж, вернисаж, по заместительству Дед Мороз, солист группы, диджей, музыкант и певец. Вокруг тебя то маечки, то кители. Одни соперники мои, твои тела хранители. В соседнем доме ты живешь, а вроде как на полюсе. Готов я ехать твой подъезд, но вот на бронепоезде. Рита, Рита, Маргарита, Маргарита, почему я не ковбой? Это самая последняя попытка. Вижу в нашем береге, а может я тебе пою, а ты уже по береге. Куплю зеленый мерседес и книги запыленные, напоминать все будет мне твои глаза зеленые, твои глаза зеленые. Рита, Рита, Маргарита, Маргарита, почему я не тобой? Это самая последняя попытка. Поздно познакомиться с тобой. Рита, Рита, Маргарита, Маргарита, почему я не тобой? Это самая последняя попытка. Поздно познакомиться с тобой. Ну почему я не тобой? Почему я не тобой? Это самая последняя попытка. Поздно познакомиться с тобой. Рита, Рита, Маргарита, Маргарита, почему я не тобой? Это самая последняя попытка. Поздно познакомиться с тобой. Но почему я не тобой? А Рита, Рита, спасибо.